Опасности нет. Мужчина, что с вами? Открывать глаза, есть экскурсия грудной клетки, отвечает стоном. Помогите человеку плохо. Покажу вкладки, все необходимое для оказания помощи имеется. Осматриваем, проходим всех дыхательных путей. Дыхательные пути визуально проходимы. Провожу пульсоксиметрию. Сатурация 88-93%. Оценим частоту дыхательных движений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Четыре движения за 10 секунд. Провожу перкуссию грудной клетки. Слева и справа ясный легочный звук. Провожу мастурбацию. Хватим щиточки по которому перкуссировали. Вестибулярное дыхание с двух сторон. Осматриваю вены шеи, положение трахея. Трахея в норме, вены шеи набухшие. Приступаю к оценке сердечно-сосудистой системы. Начинаю с пульса. Пульс одинаковый с двух сторон. Ослаблен. Посчитаем на одной руке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 18 ударов за 10 секунд слабого наполнения. Накладываем манометр, оцениваем артериальное давление. Систолическое давление 80 на 100, диастолическое 40-50. Прошу аспектацию сердца. Частые приглушенные. Так, накладываем электроды ЭКГ. Красный, желтый, зеленый, черный. И 6 грудных объединений. Оценим симптом белого пятна. Симптом белого пятна исчезает через 4 секунды. Говорим то, что имеется венозный доступ. Оцениваем кожные покровы. Кожа во всех местах холодная, влажная. Переходим к оценке нервного статуса. Берем фонарик. Зрачки одинаковые, фотореакция сохранена. Оценим уровень глюкозы. 6,3 ммоль на литр. Оценим мышечный тонус. Мышечный тонус нормальный. Поворачиваю пациента на бок, оцениваю спину на наличие потеков и кровотечений. Видимых травм кровотечений не обнаружено. Провожу ретальное исследование. На пальце каловая масса без особенностей. Меняю перчатки. Так, оцениваю боли и подколенные ямки на наличие варикозно-расширенных сосудов. Варикозно-расширенных вен не обнаружено. Оцениваю голени и стопы на наличие отеков. Отеков не обнаружено. Оцениваю пульс на бедренных сосудах. Частый слабого наполнения. Провожу поверхностную пальпацию живота. Живот без особенностей. Провожу термометрию. Температура нормальная. Набираю 112. Я врач-психотерапевт Сергей Дмитриевич. Нахожусь в адресу улицы Карла Липтера, 12. Здесь мужчина, лет 45. Весом 60, рост 160, предварительный диагноз острый коронарный синдром.
приступаю к лечению. Острый коронарный синдром. Беру ацетилсалициловую кислоту сначала. Нужно брать 300 мг, беру 4 таблетки по 75 мг. Убираю, нажимаю. Прожуйте. Запейте. Беру таблетки клопидогреля, тоже 600 мг, 4 таблетки по 75 мг. Прожуйте. Запейте. Из сифа достаем морфин. Набираем морфин 1% до 20 мл шприца. И вводим венозный доступ.